Ты сидел в Сан-Квентине. Да. Ты сказал, что тебе осталось 15 лет. Верно. Значит, ты сидел в Северном корпусе. Да. Странно. Я сидел в Северном корпусе. Но тебя не помню. Ну и что, приятель? Что это значит? Ничего. Ни хрена. В Северном корпусе было 160 хмырей, но мне не было дела ни до одного из них, включая тебя. Что ты на это скажешь? Ничего. Корни его агрессивности надо искать в детстве. Причины самые обычные. Мать его не ласкала и не ласкала слишком много. Друзья не принимали его в свои игры. В нем столько злости, что эмоции любви причиняют ему боль. Вызывают мигрень. Чужое счастье для него особенно мучительно. Что это с ним? Скажем так, с ним много чего.